Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Прибывает к башне. Ждите сигнала. Ордер скоро будет. Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Похоже, Юрий вызвала кавалерию. Нам нужна помощь! 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Назад!
двойную порцию тяжких телесных. Сегодня что-то бодрый такой. Заходим сзади. Следующий. Закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Людей. И закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Сходи, паук, мы сами справимся. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. А, спасибо за поддержку, ребята. Надо убрать стрелку. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу.
Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Это же выход. Мой выход. Может хорошо закончиться. Сейчас ты заткнешься. Ты мой. Что это за фигня? Не шибите его. Теперь следующий. Найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить на ней. Они такие милые, когда беспечные. Как у Фиск? Половина готова. Еще минута, две и все. Как думаешь, копы знают, где мы? Не важно, что снаружи. Важно, что внутри. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Номер, паук! Не пускайте к терминалу! Очень серьезно, аж. Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Вы даже для сисадминов слишком грубые. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье. Выломайте дверь, живо! Уничтожить его! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты?
Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролом. Что ж, перейдем к основному действу. Хорош болтать! Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Последним взрывом завалило людей. Все на выход! Всем покинуть здание! Надо помочь. Там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Спасибо! Получилось! Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Ложись! Не стоило. Побаловался и хватит. Ракеты! Это уж слишком, нет? Что? Сегодня что, день ракетчика? Как бы саперы смогли здесь пройти?
На них! Спокойно! У меня на всех хватит! На твоем месте я бы сбежал! Плохо дело! Ты труп! Он слабее. Сдавайся, и останешься в живых. Может быть. Я тебе башку оторву. Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его возле. Прикрыть его Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Уилли, ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся!
не взорвать! Вот мой момент! Этого города! Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Вычесать район! Попробуй швырнуть меня! Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Я поучение! Оправдания мне не нужны! Что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе!
Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму?